Привет всем, зовут меня Дмитрий, и мы продолжаем проходить игру «Безумный Макс». Не забываем, ребята, ставить лайки, подписываться на мой канал и приятного просмотра. Ну что, ребята, усаживаемся поудобнее, мы начинаем. Ну что, поехали. Как я предлагаю, съездить пугало, уничтожить и потом попробовать смертельные гонки. Надеюсь, вы не против будете. Посмотрим, посмеемся, если как я буду там водить. Смогу я смертельную гонку победить или нет? Ну, увидим. Сейчас в данный момент поедем по углу. Уничтожать. Давай уничтожим эту мерзость. Мы и пытаемся сейчас в этот мир уничтожить. Так, там ничего там нет. Так, понизили мы немного. Да, ёкломаны, ты-то откуда взялся? Бензобак, один выстрел и все. Все. И без всякого бензобака. Так, ребята, я про... Да я содрогаюсь при мысли о том, что за нами сидит тихо. Так, ничего нет? А здесь у нас лом есть. Ну что, на смертельную гонку поехали, ребят. А вот здесь рядом. Посмотрим, попробуем, что это такое. Смертельная гонка. Куча труп. Побеждая смертельную гонку, вы будете получать значки грифа и новую машину для своих коллег. Это мне уже боязно. Мы все еще целы. Смотрите, к нам пришел чужак. Я Ворон, приглашаю тебя в круг света. Здесь собрались самые смелые, опытные и быстрые. Ты пришел издалека, тебе горит огонь желания. Но хочешь ли ты добыть славу, или связать свое сердце с машин, или то и... или и то, и другое? О чем ты? Гонки, сынок, штука неоднозначная. Кое-кто приходит в Ворона ради славы, чтобы побить самых крутых гонщиков в пустоши. И чтобы о нем еще сотни лет слагали легенды. Но есть и те, для кого он важен дух. Они выбирают смертельную гонку, чтобы обрести свет своей машины. А тебе что нужно? Так, рассыпную войну шедевра. Выберите свой маршрут или вставайте на трассе. Доберитесь до финиша первой, прежде чем взорвется подкрепленную днищу машины бомба. Ох. Постройте свой шедевр и участвуйте в гонках, ставя новые рекорды и побивая рекорды с друзей. Ну что, давайте попробуем в рассыпную. Выбрать машину, пройдите гонку, чтобы заработать призы и значки для этих машин. Смотри, красный бензобак.
Так, и куда мне ехать? Рассыпную. А финиш где у нас? О, куда я погнал? Ребята! Да ёкалманы! Ой, как все запущено. Да. Так, догоняй, догоняй пока. Ну все. Вернуть прежние настройки для шедевра. Да. Ой, мы молодцы. Теперь видно ее бьющееся сердце. Так, что у нас там по заданиям? Пугало давайте. Уничтожим. Присполучи процветание джета. Так, там что-нибудь есть наверху? Иди, все равно мне надо полирнуть пару деталей двигать. Ничего такого нет? Ничего нет. Так, дальше, ребят, куда мы поедем? Так. Вообще бы я, конечно, вот туда бы ездил. Ну давайте вот это заберем. Ну-ка, секунду. Да, давайте сюда. Это что у нас? Ну маршрут конвоя, мне кажется, еще рановато брать. Патронов ни о чем. Ну давайте попробуем конвой взять. Давай целую кучу машин.
Рискнем. Такое даже не самый мелкий. Так, что? Берегись, мы у него на линии. Так далеко они уходят. Так, дальше идем. Несравненно. Где там? Бампер только. Вот вы гоните как быстро. У меня покрышка. Так, ну пока еще хорошо идем. Так, у меня машина. Долго этот вообще оружие какое-то. Хреново. Да, машина уже загорелась у меня. Вон один здоровенный трейлер. Мне еще трейлера не хватает.
справишься. Так, я весь горю. Так, надеюсь, я не погибну. Так, давай, давай, давай. Двое еще остались. Пока мы еще живы. Машину. Давай, давай, давай. Забак. Беги, шавка. Так, это что у нас? Что он делает? Дальше это груди запчасти уехать. Хорошо, что я с тобой, по крайней мере, издалека.
Так, секунду. Нам надо... Джит отвезти. Или ближе. Давайте Джиту. Да, горит все. Так, надеюсь, бензина хватит. А, это, бензина хватает. Только то, что сломана машина. Горит все, что не тухнет. Я привезу туда Джету, и там все взорвет. Да нет, не взорвется. Просто машинка еще одна будет. Только я думал, что автоматически она там уйдет на нашу базу. В результате не приходится вести, а может, вообще не надо этого делать. Это посчитается, что я колонну разбил? Благодарю тебя, у нас теперь есть пороховой мастер. Награда за нефтяной резервуар, полный безопас, награда на арсенал, полный безопас. Боезапас. Ну что, ребята, давайте на этом серию закончим. Мы уже увидимся в следующей серии. С вами был Дмитрий. Всем пока-пока.